Хорошо. Я думаю, мы можем продолжить наше обсуждение. И мы на прошлой лекции с вами говорили о том, в чем же заключается суть аргумента сторонников теории представительства Адама и какие есть по этому поводу возражения. И теперь вы, быть может, задаетесь вопросом, так какая же теория все-таки верна? Какого взгляда нам следует придерживаться? Но прежде я все-таки хотел с вами поговорить еще кое о чем. Вот несколько лет тому назад я обсуждал этот вопрос со своим другом, который также преподает в нашей семинарии. Он, к слову, был посвященным сторонником теории представительства Адама. И я поделился с ним тем, что вызывает у меня сомнения, вызывает беспокойство по поводу этой доктрины, этой теории. Я ему говорил о том, что речь идет не о строгой а аналогии в пятой главе послания к римлянам. Но вот во время нашего разговора он сделал несколько замечаний. Он сказал, что ж, если внимательно рассмотреть обе теории, то и в той, и в другой можно найти изъяны. И в то, и в другой есть что-то, что в действительности не является истиной. И что же он имел в виду? Он сказал о том, что теория представительства Адама основывается на богословских доводах и имеет свои изъяны. Теория присутствия в семени Адама основывается на биологических доводах и также имеет свои изъяны. Я не стал его просить объяснять далее, что он имел в виду, так как мне казалось, что я его прекрасно понял. Но позвольте мне объяснить, о чем идет речь. Если мы с вами говорим о теории представительства Адама, то в основе этой теории лежит идея о том, что Бог заключил особый завет с Адамом, назначив его нашим представителем. И поэтому, когда он проявляет послушание или непослушание Божьей заповеди, то он делает это как наш представитель так как был заключен этот завет между ним и Богом. Но как мы с вами уже показали на предыдущих лекциях, когда с вами подробно изучали доктрину представительства Адама, мы с вами не смогли ответить на вопрос, где же содержатся библейские свидетельства, говорящие о том, что в результате заключенного завета Адам стал нашим представителем. И мы с вами сделали вывод, что вот эта идея, которая лежит в основе этой теории, не имеет под собой библейских доказательств. И это, несомненно, изъян теории представительства изъян, который ставит под сомнение всю теорию. Если говорить о другой теории, теории присутствия в семени Адама, то там есть биологический изъян. Я объясню, что я имею в виду. Согласно этой теории, все мы присутствовали в семени Адама. Поэтому каждый человек, каждый из нас, когда Адам совершил первый грех, присутствуя в нем, также совершил этот же самый грех. Но, говоря биологическим языком, это невозможно. Вот подумайте. Да, Адам и Ева обладали, скажем так, генетическим материалом, из которого произошло все оставшееся человечество, их дети, дети их детей и так далее и далее. Но неужели можно говорить о том, что вот этот генетический материал, из которого произошли мы, вы, я, вот этот генетический материал присутствовал в Адаме, когда Адам совершал первый грех? И вот на основании этого присутствия можно обвинять нас, что мы также совершили этот грех. Лично я не помню, чтобы я это совершал. А вы помните, как вы присутствовали в Адаме? Я думаю, что вы тоже не помните. Именно это имел в виду мой друг, когда говорил о том, что если вы придерживаетесь теории присутствия в семени Адама, то вы должны понимать, что есть некие биологические изъяны в этой теории. И, как я сказал, в случае с теорией представительства есть богословский изъян. Но как же нам тогда быть? Мы с вами не можем пойти по пути пелагианства. Не можем и последовать полупелагианству, потому что согласно этим теориям мы с вами либо никоим образом не связаны с грехом Адама, либо связаны частично. Нам не вменяется вина Адама, но мы получаем испорченность. Что ж, позвольте мне сказать следующее. Размышляя над этим продолжительное время, осознав, что имеющиеся теории имеют свои изъяны, и мы эти изъяны с вами озвучили, я в итоге задал самому себе такой вопрос, и этот вопрос я сейчас адресую вам. А намеревается ли Павел вот в этих стихах, стихах с 12-го, и далее 5 главы послания к римлянам ответить на этот вопрос. Что за вопрос, скажете вы? А вопрос этот о том, каким образом мы присутствовали в Адаме и участвовали в его грехе. То, что совершенно ясно, так это то, что апостол Павел пытается донести до своих читателей истину о том, что когда Адам согрешил, мы все также согрешили. Поэтому и нас ждут те же самые последствия, что и ждали Адама. Об этом Писании говорится ясно. И на этот счет у нас не остается никаких сомнений, хотя пелагиане и полупелагиане считают иначе. Но пытается ли здесь апостол Павел каким-то образом метафизически объяснить, как мы могли присутствовать в Адаме. Как получилось так, что мы также согрешили, когда и он согрешил? Нет. Поэтому, быть может, причина того, почему нам так сложно выяснить, какая же теория на самом деле верна, в том, что мы задаем Павлу вопрос, на который он не дал ответ. И, пожалуйста, поймите меня правильно. Павел действительно пишет о том, что Адам согрешил, и мы согрешили вместе с ним. Просто Павел не объясняет, как получилось так, что мы согрешили вместе с ним. Но нужно ли нам это знать? Разве не достаточно нам лишь знать о том, что когда Адам согрешил, и мы согрешили вместе с ним? И Бог вменяет грех Адама — каждому из нас. Разве действительно мне необходимо знать все подробности, можно так сказать, метафизику этого события? Как мы с вами присутствовали в Адаме? Если посмотреть на теорию представительства Адама с богословской точки зрения, то в ней есть определенные изъяны. И точно так же, если посмотреть на теорию присутствия в семени Адама с биологической точки зрения, то в ней также есть определенные изъяны. Означает ли это, что больше нет никаких альтернатив, как мы можем объяснить свое присутствие водами? Нет, это не означает, ведь я не должен быть всезнающим. Поэтому, если я не могу дать ответ, на вопрос о том, каким образом мы присутствовали водами, когда совершали с ним грех, не означает, что ответ вообще не может быть дан. И с каждым годом я все более и более убеждаюсь в том, что апостол Павел просто не намеревался давать ответ на этот вопрос. Но вы можете возразить и сказать, но если мы не знаем ответ на этот вопрос, то как мы можем заявлять о том, что Бог справедлив? Но ведь есть десятки стихов в Писании, которые учат о том, что Бог справедлив. И раз есть эти десятки стихов, то, несмотря на то, что я не понимаю до конца, как я был в Адаме, согрешив вместе с ним, то, несмотря на это, у меня есть веские основания считать, что Бог справедлив, даже когда Он вменил мне грех Адама, и не только мне, но и всякому человеку. Что ж, это тот вывод, к которому я пришел, если вы считаете, что верна теория представительства Адама или теория присутствия в семени Адама, замечательно, вам не обязательно придерживаться той же точки зрения, какой придерживаюсь и я, по какому-либо вопросу. Быть может, какую-то точку зрения вы находите более убедительной. И это нормально. Я просто лишь поделился с вами той точкой зрения, которой пришел я после многолетних размышлений. Относительно того, где же на самом деле истины, и знаете, занимаясь богословием, порой полезно задавать себе вопрос: а действительно ли библейский автор намеревается нам сказать здесь то или иное, или я, будучи богословом или экзегетом, пытаюсь заставить его ответить на этот вопрос? Хорошо, давайте пойдем далее и перейдем к следующей части этого обсуждения. Мы уже сказали с вами о том, что доктрина обменения греха включает в себя три вопроса. Первый вопрос — это почему грех был вменен? А далее мы с вами пойдем быстрее. Второй вопрос — что же было вменено человеку? Сторонники пелагианства ответят, ничего не было вменено, никакой вины и даже никакой испорченности не было передано потомкам Адама. Если же мы рассмотрим полупелагианство, то сторонники этой точки зрения скажут вам, что ничего не вменяется. Вина Адама не вменяется другим людям. Но вот что касается врожденной испорченности, то да, до какой-то степени она передается человечеству. И мы с вами уже об этом говорили. И говорили о том, что когда речь идет об испорченности, употребляется термин не «вменение», а передача. Испорченность передается потомкам, скажем так, как легкие или другие физические органы. Испорченность говорит о наших способностях. Вина говорит о нашем юридическом положении перед Богом. И испорченность передается, не вменяется. А вот вина как раз вменяется, а не передается путем естественного размножения. Итак, это что касается полупелагианства. Как же насчет теории представительства Адама и теории присутствия в семени Адама? Сторонники обоих этих теорий скажут вам, что греховный поступок Адама, и если вы придерживаетесь теории представительства, то потому что Адам был нашим представителем, а если вы придерживаетесь теории присутствия в семени Адама, то потому что мы присутствовали в его семени, но в обоих случаях будет идти речь о том, что вина Адама вменяется всем людям. И будучи виновными за грех Адама, мы подпадаем под осуждение. И все это записано в ваших конспектах. И за осуждением следует наказание. И этим наказанием является смерть. Смерть для каждого человека. И сторонники обоих этих теорий согласятся со сторонниками полупелагианства в том, что врожденная испорченность также передается от Адама его потомкам. Она не вменяется, но передается. Поэтому мы понимаем, что ответить на этот вопрос не так уж и трудно. Но есть еще и третий вопрос, на который нам необходимо дать ответ. Как был вменен грех Адама? И хотя дать ответ на этот вопрос было не так сложно, сложным оказалось включить это в ваши конспекты, и слайдов с ответом на этот вопрос вы в своих презентациях не найдете. Каким образом грех Адама был вменен людям? Вина и все сопутствующее ей была вменена немедленно. Что означает, в тот самый момент, когда Адам совершил грех, вина была вменена нам. Эта вина Адама не передается каждому из нас по наследству, по типу того, как нам передается его испорченность. Вот как раз врожденная испорченность передается от одного поколения к другому. Другими словами, вы не получаете вину Адама в тот момент, когда ваша мама забеременела вами. Вина Адама вменяется вам в тот момент, когда он совершил первый грех. Хорошо, и поэтому в некоторых источниках вы можете прочитать о немедленном вменении греха. А вот испорченность не вменяется нам, как мы с вами уже говорили, но передается нам и передается не в тот момент, когда Адам согрешил, не немедленно, а передается путем естественного размножения. Об этом вы можете прочитать в своих конспектах. И как же это происходит? Как это выглядит? И это можно было бы изобразить следующим образом. Когда мы с вами говорим о немедленном вменения и греха, то мы с вами имеем в виду следующее. Немедленное вменение означает, что вина Адама не передавалась из поколения в поколение, пока не дошла до нас. Она непосредственно, напрямую, была вменена нам. То есть вот что означает немедленное или непосредственное вменение вины. А что же насчет посредственной? передача испорченности от Адама каждому из нас. И как мы понимаем, это также последствия первородного греха. И здесь посмотрите внимательно на этот слайд. Может и можно было это изобразить лучше, но я не знаю как. Если вы проведете черту через все эти имена, скажем, нарисуете стрелочку от Адама к Сифу, и затем нарисуйте стрелочку здесь, потом здесь, и потом нарисуйте стрелочку от родителей к себе. Другими словами, то есть когда речь идет о вине Адама, то вина напрямую вменяется от Адама ко мне. Но когда речь идет о передаче испорченности, то вот она передается от поколения к поколению путем естественного размножения. Поэтому в своих конспектах вы можете нарисовать эти стрелочки, чтобы вам было более понятно. Стрелочки, соединяющие каждое поколение. Вот это имеется в виду, когда говорится о посредственном вменении. Что ж, хорошо. Теперь, пожалуйста, вы можете задать вопросы по поводу того, что вменено и как. Да. Вот как лично я считаю. Что касается греха Адама и всего человечества, я считаю, что передача происходит даже на биологическом уровне. Несколько лет назад группа ученых проводила исследовательский проект по изучению генома человека. И они пришли к заключению, что грех поразил 99% гена человека. То есть геном человека поражен грехом. Поэтому, когда мы говорим о передаче испорченности Адама, то я считаю, что это происходит биологически, не только духовно. Помните, мы с вами проводили различия между антологической сущностью природы человека и этической сущностью природы человека. И если я правильно понял то, что вы сказали, то, как мне кажется, вы путаете антологию с этикой. И то, что вы сейчас затронули, является темой обсуждения христианской этики. На этом курсе мы обсуждаем то, что происходит в современной генной инженерии. Однако можно сказать о том, что подобные идеи выдвигались богословами на протяжении столетий и были предметом горячих обсуждений. Поэтому не следует думать, что эта тема стала актуальной в связи с открытиями молекулярных биологов или генетиков. Потому что мы с вами говорим не об антологии, мы с вами говорим об этических моментах, о нравственном и духовном состоянии человека, которое передается от Адама. Хорошо. Пожалуйста, есть еще какие-либо вопросы, которые вы хотели бы задать? Если нет, то давайте с вами откроем страницы 85 и 86. И посмотрим, какие же последствия за грех. Есть временные последствия, и под временными последствиями я имею в виду те последствия, которые распространяются только лишь на земную жизнь человека. И эти последствия, в свою очередь, можно разделить на последствия для неверующих. И мы знаем, что это отчуждение и вражда с Богом, усиленная испорченность. Те люди, которые грешат и не пытаются противостоять греху, эти люди пожинают все негативные последствия греха в своей жизни, и они деградируют все более и более. И поэтому не следует ожидать, что люди без Бога будут становиться лучше и лучше, будучи отчуждены от Бога. Какое-то наказание может постигнуть людей уже при жизни. Так человек может заболеть, так как его образ жизни предполагает подобную болезнь, и так далее, и далее. И в конечном итоге человек столкнется с физической смертью. И тексты, записанные в Бытие 2 главе, а также в 5 главе послания к римлянам, говорящие о физической смерти, относятся как к верующим, так и к неверующим. И можно сказать, что таковы основные земные последствия за грех для неверующих. Что касается верующих, то можно говорить о потере общения с Богом. Это не означает, что человек теряет спасение. Также может возникать необходимость наказания, подобно тому, как родители наказывают своих детей когда их дети делают что-то не так. И также и Бог наказывает нас, чтобы исправить нас. Родители не выгоняют из семьи непослушного ребенка. И точно так же и Бог, когда вы непослушны Богу, Бог пытается исправить вас. Также Бог желает, чтобы мы приносили плод. Но если из-за греха нарушаются наши взаимоотношения с Господом, то много плода мы не принесем плода для Царства Божьего. Также можно говорить о потере возможностей для служения. В третьей главе первого послания к Тимофею описаны качества, которыми должен обладать служитель церкви. И если из-за наличия греховного образа жизни верующий не обладает этими качествами, то он не может быть служителем, и зачастую это происходит из-за какого-то греха в жизни человека. И такому человеку не следует быть служителем. И к этому, я думаю, следует добавить вот что. Кто-то может сказать, ну, я не собираюсь быть ни дьяконом, ни пресвитером, я буду лишь проводить уроки в воскресной школе. Но если мы с вами не живем в послушании Богу, то это в итоге станет очевидным. Это проявится даже в вашем служении, это будет заметно пастору вашему или координатору служения в Воскресной школы, когда вы будете проводить занятия в Воскресной школе. Хорошо, идем далее. Также мы физически умираем, если, конечно, Иисус Христос не вернется раньше и не восхитит нас собой на небо до того, как мы физически умрем. И также в Писании мы читаем о том, что в некоторых случаях верующие продолжающие грешить и при этом не кающиеся, умирают в результате этого греха. И в этом случае можно говорить о преждевременной смерти. Мы понимаем, что Бог решает, сколько каждый из нас проживет на земле и когда мы умрем. И суть в том, что если бы не было этого греха в жизни верующего, то он прожил бы дольше. Об этом мы читаем в 11 главе послания Коринфянам. Многие из вас помнят этот стих, когда Павел пишет о причастии и говорит о том, что не так в церкви в Коринфе. И он добавляет, что из-за того, что вы ненадлежащим образом проводите причастие, то многие из вас больны и немало умирают. Поэтому можно говорить о том, что, возможно, бывает такое, что верующий, который упорствует в каком-то грехе и не кается, умирает раньше времени. Потому что, быть может, Богу настолько стыдно, что такой верующий ходит по земле, что он просто забирает его домой и не позволяет ему жить дальше в непослушании и грехе, будучи плохим свидетельством для окружающих о Господе. Бог просто забирает такого человека домой. Далее в своих конспектах вы видите перечисление вечных последствий греха. Для неверующих это вечное отделение от Бога. И об этом мы читаем в 20 главе книги Откровения, во второй части этой главы, где мы читаем о суде у Великого Белого Престола и о озере Огненном, что касается верующих, то к вечным последствиям греха можно отнести потерю награды, и мы должны понимать, что при этом не имеется в виду потеря спасений. Вот по сути, это то, о чем я хотел с вами поговорить относительно последствий греха. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте и позвольте мне задать вам такой вопрос. Все ли вам понятно, потому что на этом наше изучение доктрины греха заканчивается? Да, пожалуйста. Что касается последствий греха, последствий в жизни верующего человека то вот вы сказали, что речь не идет о потере спасения. Но вот предположим, что верующий человек продолжает сознательно, намеренно и совершенно осознанно грешить. Причем доходит до такой стадии, что от этого греха он начинает получать удовольствие. Означает ли это, что Бог в этом случае всего лишь заберет такого верующего человека домой? Это для меня личный вопрос, потому что я знаю несколько семей, которые так живут. Что же все-таки Слово Божие говорит нам о таких верующих? Мы вернемся к этому вопросу, если Бог позволит, когда будем говорить с вами о теме, связанной с этим вопросом, а именно о возможности потерять спасение. Но на всякий случай, вдруг мы с вами забудем ответить на этот вопрос достаточно подробно, как этого бы хотелось. Я бы сказал следующее. В Писании есть тексты, которые подразумевают, что если кто-то продолжает грешить, причем такого человека обличают грехи, предупреждают, но он игнорирует все предупреждения и обличения и идет по этому пути, то это может быть признаком того, что такой человек не был никогда спасен. И мы понимаем, что это типичный ответ кальвиниста. Армениан же истолкует это иначе. Он скажет, что человек был спасен, но он теряет спасение. Поэтому ответ на этот вопрос частично зависит от ваших богословских воззрений. Но прежде чем мы начнем об этом говорить, необходимо много чего обсудить. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв семинарий.